Всем привет, с вами Сид. Мы продолжаем проходить Сераф. Начинаем мы с тревожной новости. У нас все плохо, потому что я умер. А умер я, когда нырял на острове за припасами на глубине, за глиной и прочим. Меня убила акула. Причем убила очень странно. Прям крайне странно убила. Было обидно. Но в это время я не записывал, так что у меня это не сохранилось. А получается, что у меня теперь пустой инвентарь. У меня нет инструментов. Сейчас надо будет быстренько сначала сделать стакан, чтобы я смог... Так, а мне на стакан, по-моему, надо 4 пластика. Давайте-ка я вот подплыву сюда. Доска. Доска, пластик, иди сюда. Эх, вот туда мне надо. И теперь поднимись. Тихо-тихо. Блин, как же тут всего, и это все как-то плывет мимо меня. Дотянусь? Дотянусь, иди сюда. Долбаная акула плавает. Взяла, убила меня. Я тебя тоже убью, не переживай. Кстати, мне подписчик в комментариях предложил назвать кошку Матильдой. Я, в принципе, не против. Значит, будем выживать с Матильдой. Вдвоем веселей. Ну как вдвоем? У нас еще есть третий друг, акула, которая постоянно оживает после того, как я ее убиваю. Но это ничего. Она нам не друг, а вот Матильда друг. Да, Матильда? Эй, лапой машет веселая. Так, что там у нас по пластику? Еще нужен один пластик. Открой. Сюда. Вот, дотянусь. Отлично. Так, сразу. Так, назад. Поднимись. Не торопись. Делаем стакан. Берем стакан, сразу делаем воду. Без воды мы долго не протянем. Пускай уже делается вода. Так, что у нас по... Ананас. А я не могу посадить сюда ананас, да? Мне нужна клумба побольше, правильно? Да. Я могу только съесть. А сколько он дает? Ох ты, он неплохо дает и еды, и воды. Это радует. Блин, я даже не знаю, с чего мне... А, ну, мне обязательно нужен крюк. Что у нас надо на крюк? Одна доска, два пластика. Хорошо. Одна доска, два пластика. Давай сюда. Вот доска и пластик. Мне их надо получить. Так. Так. А теперь туда. Надо, надо, надо бочечку, пожалуйста. Так. Акула, не атакуй. Отлично. И ты иди сюда, моя хорошая. Так, парус поднимись. Ага, делаем крюк. А два пластика надо. Два пластика. Тогда открываем и вращаем тебя сюда. Так, еще. Я слышу, слышу, но у меня, к сожалению, нет копья. Надеюсь, постель не отвалится. Так, инвентарь. Изготавливаем крюк. Теперь у нас есть крюк. Хорошо. Уже не так страшно. Кстати говоря, берем пресную воду. Выпиваем. Наливаем.
Ага. Так, а теперь надо обдумать наше положение. Лута, кстати, стало как будто бы меньше, да? Ну давайте садим свеклу. Так, что у нас получается? У нас есть еда. У нас есть еда, у нас есть акула. Железная руда, ведро. Знаешь что, дорогуша, улетай, пожалуйста. Так. Картошка, дожаривайся. Пресную воду поливаем. Наполняем. Так, готовься. Куда мы, в какую сторону мы плывем? Туда. Нам вот к бочке. Вон туда. Получается? А вот так. Получается. Так, картошка, ты готовилась? Молодец. Сразу тебя съедаем. Ничего, я в принципе трудностей таких не боюсь. Страшного ничего не случилось. Выпиваем. Наполняем. Готовим дальше воду. Так. Бочка, иди сюда. Ты мне нужна. Хорошо. Так, парус, пока поднимись. Пока пусть так. А мне надо сделать еще копье. На копье мне не хватает веревки, на веревку мы сразу делаем. А мне нужны еще доски, да? По-моему, в ящиках у меня досок нет. Тут нет. И тут нет. А ничего у меня уже нет. Обидно. Досадно. Но что поделать? Ресурсов стало крайне мало. Еще и волны поднялись. Прям тревожно так. Долбаная акула, все из-за тебя. Так, урожай растет. Ну, в принципе, не помрем. В принципе, не помрем. Так, а я не помню. Вылей. Наполнить пресной. Выпить. Угу. Так, ну хорошо. Давайте ляжем спать. Ночью играть не будем. Как говорится, утро вечером мудренее. Так, я хочу есть. Давайте съедим ананас. Живи, не умирай. Урожай. Так, сразу садим. Садим свеклу. Сразу доску кладем. Пресную воду берем, поливаем. Ты готовься. Так, доска, иди сюда. А, бочка, 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 бочка. Ай. Так, бочку нельзя было пропускать. Ох ты, сколько ресурсов. Это хорошо. Да встать! Чуть спать не лег. Ай, ай-яй. Так. Да блин, долбаная кровать. Пальмовый лист. Отстань от моих. Так. 7. Мне, по-моему, 8, да, надо было? 8. Так, иди сюда, родная. Отлично. Инвентарь. Изготовить.
Ай. Сегодня мы часто с вами плаваем. Где? Она кусает мой плод. Все печально. Все печально. Так, ешь. Отлично, я потерял лестницу, да? Сегодня обалденно везучий день. Я вам так хочу сказать. Так, строительный молоток. Веревка еще нужна. Так, 4 доски. Раз доска. 2 доска. Ага, вот 3 доска. 3 доска и 4 доска. Так, сразу делаем тебя. Берем тебя. Ты сюда. Хорошо. Пластик нужен обязательно. Так. Это мы тоже сейчас подбираем. Доска, доска, бочка. Отлично. Пластик. Отлично. Еще доска. Ничего. Все хорошо у нас будет. Выживем. Да, Матильда? А Матильда всегда весело. Лапкой машет. К сожалению, доску не поймал. Поймаю так. Нет, не поймаю. Так, хорошо. Сейчас бочку берем. Бочка обязательно нужна. Ай. Я ее не поднял? Я не понял. Отлично. Куча, куча дерева, куча дерева. Так, ладно. Жадничать не будем. Сначала надо защитить кровать. Защитить кровать. Защитить ящик. Вот так. Вот так. Я хочу есть. Я хочу есть, кладем доску. Так, время акулы. Достаем акулу. Она у нас, по-моему, нет, не здесь, вот здесь. Так, кладем. Кладем акулу, а сами едим ананас. Придется съесть ананас. Так, доска. Опа, туман начался. Печально. В тумане ничего не видно. Ну да ладно. Интересно, а можно как-нибудь укреплять края плота, чтобы акула их не ела? Вот сплавает гадина. Так, три. Так. Доска. Пластик, иди сюда. Ты иди сюда. Сейчас я все построю. Так. Иди сюда. Так, пластик. Опа, бочечки, бочечки.
Дождь пошел. Дождь, ладно, это не страшно. Что там наша акула? Доски. На тебе доски. Так. Так. Пластика, да, пока не хватает. Ничего. Так. На тебе в нос. Долбаная акула, зачем ты меня убила? Мне и без тебя было не очень-то весело. Я и так все трачу, ты еще меня убиваешь. Так, на троечку. Так, так. Все, отхилил. Пластик. Пластик, где ты? Вот он ты. Не достану, да? К сожалению. Пластик, тебя я точно достану. Кушать хочу, но ничего страшного. Что там наша акула? Готова. Вот эту акулу мы сразу туда же кладем. Положить. Инвентарь. А тебя мы сразу съедим. Отлично. Так, кружечку перетаскиваем на свое место. Наполняем соленой. Кладем. Ничего, отчаиваться не будем, да, Матильда? Не из таких передряг выбирались, так сказать. Еще пластик. Так. Угу. Тебя, тебя, тебя. Отлично. Так. А что теперь? Не поймал, к сожалению. Во-первых, в первой серии, после первой серии, я обещал в комментариях подписчику сделать стул. Просьбу надо выполнять. Сейчас мы сделаем себе трон королевский. Так, ага. Досточка, иди сюда, ты нам понадобишься. Хорошо. Что нам нужно для стула? Стул. Это у нас есть. Нам нужна еще доска. Нам просто нужна доска. Отлично. Куда мы поставим стул? Предлагаю поставить его здесь, рядом с кроватью куда-нибудь. Изготовить. Так. Допустим, так. Ну-ка. Ну, отлично. Отлично. Вот есть стул. Обещание выполнено. Пить хочешь? Ничего, потерпи чуть-чуть, сейчас попьешь. Вода у нас уже готовая есть. Выпивай. Наполняй. Давай. Так, сюда нам доска нужна. Бочечка, иди сюда. Ага, отлично. Отлично. У нас, кстати, урожай готов. Так, в тумане не видно ни острова, ни постройки. Обидно, кстати. Возможно, что-то я так пропускаю. Да как так-то? Как ты не попал? Вот. Отлично. Хорошо. Собираем урожай. Угу. Сразу садим. Так, берем пресную воду, поливаем, наполняем, ставим доска. Тебе доска. Так, ты готова уже, акула. Сразу тебя мы съедаем. Сразу съедаем. Съесть. Так, тебя мы тоже сразу готовим.
Иди сюда. Ты думала, я тебя не замечу? Я тебя заметил. Картошка. Отлично, можно будет картошку посадить. Это радует. Что нам надо? Нам надо... Давайте подумаем. Нам надо по-любому из инструментов... Нам нужен топор. Топор. На топор. На топор нам нужны камни. Камни, я так понимаю, я могу в бочках получить. Ну, либо на острове. Так, иди сюда. На по голове. На по голове. На по голове. Долбаная кула. Как же ты меня бесишь. Угу. Кладем доску. Так, четверочка. Наполняем. Наполняем пресный, выпиваем. Наполняем соленый, наливаем. Так, берем готовую свеклу. Кладем сырую свеклу. Готовься, инвентарь. Иди сюда, сразу тебя съедаю. Так, съедаю. Так, наступает ночь. Но ночью мы не будем, все равно ничего не видно. Ложись спать. Получено достижение. Выживальщик. А, типа 7 дней выжил. Ну ладно. 7 дней это тоже результат. Хоть какой-то, но результат. Так, бочка. Ты мне нужна. Возможно, в тебе есть камень. К сожалению, в тебе камня нет. А в тебе? И в тебе нет. Ладно. Так, что тут у нас, кстати, по воде? Пресная вода, выпивай. Соленая вода, клади, доска. Доска, готовую свеклу, сразу ее ешь. Так. Так. Давай-ка вырастим картоху одну. Сырой картофель. Блин, что же доски? Где же? Кстати, а сколько надо? Я хочу, наверное, сделать уже автоматизированные ловушки, чтобы не бегать самому, не искать ресурсы. Я буду постепенно делать ловушки из сетей для ловли ресурсов. Давайте думать, что для этого надо мне. Для этого мне надо. Доски есть, веревки. Гвозди. Отлично. Изготовить. Так. Сразу тебя. Оп. Пусть будет. Так. Инвентарь. Доски есть. Веревки. И гвозди. Так. Хорошо. Собираем лианы. Иди сюда. Идите сюда. Куда? Куда? Я думал, я тебя упущу, что ли? Так. Матильда, как тебе новый день? Сегодня погода получше. По-моему, стало гораздо поприятнее играть. Так, что тут у нас? Делаем веревку. Гвоздь есть. Изготовить. Еще делаем. Доска. Доска. Так. Инвентарь. Сеточка, иди сюда. Оп, рядышком. Так, хорошо, уже предметики у нас собираются в сеточке. Это радует. Это радует. Я их сделаю, а потом их еще огорожу простым деревом, чтобы их защитить. Наверное, надо их делать в ряд. Так будет, мне кажется, намного эффективнее. Так,
Что тут у нас? Сразу веревку делаем. Ага. Пальмовые листы, в общем, нужны. Но и другие ресурсы упускать мы не будем. Доска. Пластик. Пластик. Доска. Ага, отлично. Бочка. Иди сюда, родная. Доска. Так. Лист. Так, а вы, ребята, куда собрались? Хорошо. Так, инвентарь. Делаем. Так, еще нужно. Что тут у нас, кстати? Готовая свеча. Ты чё, тварь? Ты чё? Гадина. Бочка, иди сюда. Так, сразу делаем. Изготовить. Так, ясно. Пластик. Бочка. Ох, сколько я всего поднял. Это было удачно. Так. Ладно, я сам за тобой сплаваю. Так, акула, не нападай пока. Ха. Отлично, отлично. Так, а я могу. Могу. Сюда. Отлично. У меня уже есть 3 штуки, пускай они потихоньку набирают мне. Кладем сюда доску. Так, тебя съедаем. Картоху садим. А, тебя. Дай стакан, наполняй пресной водой. Так, тут полито. Выпиваем. Наполняем. Готовим. Так, как у нас гвозди? Из чего гвозди делаются? Нет, ну тут можем посмотреть гвоздь. Хлам. А, так у нас... Я, по идее, сейчас еще смогу сделать. Так. Веревки. Готовить, конечно. Так. Сюда. Отлично. Так, бочка. Куда? Ты куда, родная? Ага. Слушайте, ну ничего, живем. Из такой жопы, как мы, выбираемся. Нормально все будет, хорошо у нас, мне кажется. Так, а что по еде? Картошка, почему бы тебе не приготовиться? Так, наполняем пресный, выпиваем, наполняем соленый, кладем доску. Так, я вижу, что у меня кончается крюк. Давайте, мне надо сделать крюк. Про запас, чтобы был. Мне надо сделать копье. А, так, мне нужны... Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сразу. Смотрите, как автоматизировано у нас становится. Слышь, уходи. Блин, надо было копьем ее ударить. Мне же в комментариях написали, что можно копьем убить. Дотянусь. Отлично. Хорошо. Хорошо. Так, собираем. Предметы потихонечку ловятся. Предметы ловятся, это радует. Еще нужно. Так, картошка. Картошка, давай я тебе сразу съем.
Есть. А, сюда, в ящик. Я... Так, нет, не сюда, вот сюда. Сюда я положу целый крюк и целое копье, чтобы было. Так, сразу. Так, а ты куда собралась? Видишь, какая? Далеко не уходи. Сеть ловушка. Пока не могу сделать. Нужны пальмы. Пальмовые листья, если быть точнее. А теперь могу. Ну-ка. Изготовить. Отлично. Хорошо. Предметы сами идут нам в руки уже теперь. Блин, ну... Все, я начинаю потихонечку успокаиваться. Так, стакан, стакашка. Иди сюда, наполняем пресный, выпиваем. Кладем доску. Что у нас по урожаю? Так, свекла, готовься. Бочка, тебя я возьму. Иди-ка сюда. Блин, я ее не ударил, наверное, да? Ладно. Доска. Так. Наполняем соленый, выливаем. Нет, нету там. Готовься. Что мы тут насобирали? Ах ты, тварь! Ну-ка, блин, уйди с моего плота. Как ты мне надоела, когда ты уже сдохнешь. Так, троечка. Подлечить. Отлично. Отлично. Так. Ну, вроде как процесс налаживается. Я аж немного успокоился, потому что было на самом деле не очень мне приятно. Так, не могу пока еще сделать доски. Есть, что по веревкам. Еще две веревки нужны. Вот этот ряд надо обязательно весь заполнить сетками. И в принципе потом его окружать уже надо досками просто. И не париться. Пускай ресурсы сами по себе собираются. Я буду просто ходить и собирать их. Так. Доску, давай пресную воду, выпиваем. О, у нас вода заполнилась, кстати. Хорошо. Так. Урожай, пресная вода нужна. Ага. А вот и остров. Туда. Слушайте, а он даже с какой-то постройкой на борту. Блин, точно с постройкой. Якорь, 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 якорь. Разовый якорь, мне нужны камни, камни, камни. Где же я возьму камни? Черт. Блин. Придется упираться в остров. Так, возможно, я в бочке найду камни. Здесь нету? Нет. И здесь нет. Будем упираться в остров. Что делать? Бочка, давай в тебе будет камень. Пожалуйста. Сырой картофель. Так, поднимись. Я стою. Нет, я плыву. Нет, я стою. Надеюсь, мой плот не сломается.
Там, кстати, постройка какая-то. Так, если я лягу спать, я ж, по-моему, на одном и том же месте просыпаюсь. Так, давайте-ка поедим. Съесть. Съесть. Ну-ка. Да, я все еще здесь. Блин, да отстань ты от... Съесть. Съесть. Черт. Надо нырять. Это что? Камень. Все, всплываем. Так, инвентарь. А, хорошо. Делаем. Сюда. Сюда. Все, вставай, 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 вставай. Отлично. Фух. Теперь вопрос, как мне туда забраться? Хороший, конечно, вопрос. Тебя надо съесть. А... Так, инвентарь. Съедаем. И еще съедаем. Так, пойдет. Кружка, иди на место. Соленая. Наполняем. Урожай забираем. И как же в тебя забраться? У меня 9 досок, да? А, по сути, мне надо сделать лестницу. Так, а, ну-ка. Мне нужен гвоздь, да? Смогу ли я сделать гвоздь? Смогу. Давай так, я тебя строю здесь. Да долбаная акула, как же ты меня бесишь. Что им всем от меня надо, а? Блин. Так, кстати. Копье, иди сюда. Мне надо было вот туда поворачивать, да? Я затупил. А я это могу как-то разобрать? R повернуть. Я это разобрать не могу. Ну-ка. Да блин, спрыгни ты с нее. Дайте забраться уже, а? Пожалуйста. Не хочет. И что в такой ситуации делать? Там же постройка, я же прям хочу туда подплыть. А что насчет еще одного якоря? Что насчет еще одного якоря? Мне нужны камни. То есть мне надо сплавать на дно, нырнуть за камнями, да, взять камни, сделать еще один якорь, отвязаться и дальше привязаться. И попробовать на ту часть острова, да, отправиться. Будем пытаться. Но пытаться уже будем в следующей серии. Еще он, я вижу, там постройка какая-то большая. Неплохо было бы туда сплавать сразу от острова. Вот в следующей серии и попробуем. Что же, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Серия, она получилась напряженная. Да, печально все. Но ничего, мы справимся, да, Матильда? Вот. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!